Эй, всем привет, кто зашел на этот видеоролик. Это видео будет связано с тем, как я тестил сборки, оно именно это, как я занял КП-1 с Бизоном и ДМР-кой. Причем довольно-таки неплохие киллы были, я хочу, чтобы вы посмотрели, как стреляет ДМР-ка и обратили внимание на Бизон. Могу сказать, что это довольно-таки хорошие ганы, которые убивают. Вот. Так что давай-ка, подписывайся на YouTube-канал и ставь лайкосик, получается. Оставляй комментарий, как тебе вообще сезон. Любишь ты его, не любишь, понравился он тебе или нет. И чего ты хочешь, ожидаешь от пушек. И вообще, как тебе, в принципе, ганы. Мне будет интересно послушать. Очень интересно. Короче, пообщаемся, так сказать, в комментариях уже по этому поводу. Вот. А вам приятного просмотра и хорошего настроения. А, также хотел сказать по поводу конкурса, который я проводил. Я его решил отменить. Ну, ситуация сложная, поэтому, сори. Я проведу его уже не в качестве пополнения, так сказать, подписоты на YouTube-канал, а для того, чтобы разыграть между своими зрителями и в группу ВК, допустим. Там скорее разыграю, и, наверное, будет это количество в размере 3 батл-пассов. Вот. А так, все, в принципе. Хорошего, приятного настроения, приятного просмотра, и держите кулачок. Трейн. Магаз есть. Не знаю. Ну, гол трейн, чё? Трейн, так трейн. Почти убил, видали? Вау, они, по-моему, денег добавили, кстати, немного. Побольше стало. Ящиков раньше по две пачки не падало. А тут можно залутать его с крыши? Новая имба, кстати. Спасибо. Блять, я в ногу пострелял. Зачем? Ай. Не фортануло, не повезло. Ясно. Не имба. Блин, а где типы? Они здесь были. На двух крышах. Куда убежали? Признавайтесь. Где вас найти теперь? Я видел кого-то здесь, кстати. Да вы что? Зачем вы убиваете их? Обидно так-то. Что он сделал? Станками пользоваться плохо. Против меня. Людей вообще нету. Ужас. О. Здорово. Блин, 7 киллов всего, это вообще, это как? Это вообще реально?
думает, наверное, вот ты сука. Взял, приехал, убил еще меня, ужас. Ошибка. О, здорово. А ты кто, собственно говоря? И почему я тебя вижу? Вот это минус ДМР, потому что ты потенциально можешь убить типа, но только крякаешь. Особенно на таких больших дистанциях, я думаю, это большой минус. Ба-ба-ра-па-пам. С каких стрим будет идти? Хороший вопрос. Не знаю, пока силы есть, буду стримить. Пока не горю, наверное. Снайперки из Black Ops, да, лажа, я согласен полностью. Для Warzone лажа полнейшая. Даже спорить не буду. А вот ДМРки неплохие. Вот Бизон, Бизон имба вообще лютая. Я в шоке с него иногда бываю. А, он в этом сидит, в бункере, да? Понял. ДМРка тоже неплохая, кстати. По-моему, это новая имба. Как вы думаете? Как вы относитесь вообще к этой ДМРке? Тестили уже, нет? Тут тип сидит. Я боюсь его пушить, потому что он может мне перекрыть и перестрелять сейчас за хорошей позицией. Поэтому я не стану его пушить, наверное. Уедь, а куда? А кто мне поебал дал? Сука, там внизу тип еще был, вы серьезно? Ну, полетели. Очередной раз мы с тобой встречаемся. И предвидится война, которая непонятно чем обернется. Блять, ну ебаная мертвая тишь! Что я нашел? Советую потестить FFR, Бизон, если не тестил еще. МАК-10, да и все, наверное, из таких топовых, прям, которые я выделил для себя, могу их посоветовать.
Демерка плюс бизончик. Тут вроде еще тип был. Не контракт, а просто тип. Я не знаю, она убила его или нет. Все понимаю, но, по-моему, эти пушки имба. А почему у меня газовая граната вообще нормальная? Мне показалось, или там тип у него сидит еще в кузове? Нет, казалось. Я вообще охренел. Броу, выходи! Охуеть. Какой шанс? Охренеть, это просто нечто. Охренеть, по-моему, ДМРК одна из лучших. Почему тип стреляет без глушителя, по-моему, но его не видно на карте? Что имба, ничего не имба, не сказать, как бы, сейчас. Так, вроде бы тип на оранжевой метке был. Я не знаю, он здесь до сих пор или нет. Но я бы потрогал его. Охуеть. Охуеть. То, что она на АР патронах, это вообще забей. Это что-то странное. Я бы сказал. Ой, блядь, я ебал. По-моему, это новая мета, ребят. Меня нахер забанят за такое. Хорошая игра была. Я не ждал, я думал, этот тип, ну ладно, давайте забудем, давайте забудем. Я сейчас буду потеть настолько сильно, что вы не видели такого. Я буду очень сильно потеть, я буду играть сейчас на топ-1. Сяду куда-нибудь в центр зоны, там, залягу на дно, короче, на какую-нибудь вышку. И буду говорить всем привет, когда они будут заходить ко мной будут заходить в дом. Ну вы поняли, короче.
А, полежи мне тут, да-да-да. Я увидел тень. Если бы я не увидел тень, я бы не понял, что он убежал туда. Блин, очень долго сейчас убивал этот бизон. Я промазал, по-моему, но что-то как-то странно, мне не нравится уже он. Он то хорошо убивает, то очень плохо. Но я буду дарить сапку, если я победю. Я без разницы когда, но типа если я топ-1 займу, то пора дарить сапку. Нет, живи. Что? Ту-ту-ту. Это что, сука, издевается? Он там до сих пор сидит, серьезно? Давай, что он не цепляется? Проще хз, надо как-то, наверное, взять машину, вот эту вот интересную, которая почему-то стоит в поле. Без скина. Почему в грызке нельзя на второй сиденье пересаживаться, чтобы стрелять с него? Я упертый. Так бежал. Мне жалко его аж стало немного. Шанс взорваться вообще. Блин, я надеюсь, он не побежит налево. Точнее, надеюсь, побежит налево, а не будет пикать. Давай, беги. Давай, беги. Сука. Вы понимаете всю серьезность его намерений, да? Воу, а че он не отхилился? Ему так страшно было, серьезно? Бля, тут мины стоит. А,
А, у него не было брони, понял. Ну ладно. Почему я знал, что здесь кто-то сидит? Не двигается просто. А что так плохо? Что, блядь? Ты где? Он на крыше сидит, походу. Там дропнулся тип. Давай попробуем поджаться, поубивать типов. Я звуков не слышу. Нет, блядь, серьезно? Станок нету. Хорошо, что я саморез взял. Блять, я упал. Сука, он умер. Наконец-то. Наконец-то! Короче... Сборки, 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 сборки покажу. Это на Бизон. Это на ДМР-14. Все, я занял топ-1. Теперь можно идти спать, я думаю. Все, все, все. Всем спокойной ночи. Всем спасибо большое за просмотр, получается. Обязательно этот ролик выйдет на Ютубе. Так что, кто еще не подписался на Ютуб, подписывайтесь. Все. Всем всего хорошего, получается. Все, все, все. Сборки показал. Топ-1 занял. Всем БП, всем спокойной ночи, сладких добрых снов. И до новых встреч, получается.